подарили браслеты. Как вы думаете, для чего вам подарили такие браслеты? И что в них особенного? Вовочка, как ты думаешь? То, что они светятся. Световозвращающие браслеты явно пришлись ребятам по душе. Яркие значки-смайлики тоже. Их легко надеть на руку или закрепить на одежду. Но эти, на первый взгляд, веселые предметы – не игрушки. Они созданы для обеспечения безопасности детей на дорогах, чтобы водители могли их вовремя заметить в условиях плохой видимости. Светящиеся элементы особенно актуальны в осенне-зимний период. Нам вот это подарили еще. Браслеты, это одевается, и они светятся. Это федеральный проект «Безопасные дороги», партия «Единая Россия», администрация, спасибо им большое. Они нам помогли в реализации этого проекта. Вот были изготовлены, закуплены приличное количество световозвращающих браслетов. Вот, и мы практически тысячи детей Одинцовского городского округа были охвачены вот такой вот сентябрьской акции. Детские элементы получили в подарок ученики первых и вторых классов школы «Надежда». Именно так проходит посвящение в пешеходы юных участников дорожного движения. И еще одно обязательное условие – викторина на знание ПДД. Ребята справились с вопросами на отлично. Мы убедились, что дети абсолютно подкованы, знают, как правильно переходить дорогу, знают, как правильно быть участником дорожного движения – как пешеходы, так и пользователи каких-то транспортных средств, например, как самокаты или велосипеды. Поэтому мы уверены, что они и своим родителям расскажут и покажут, как правильно вести себя на дороге. Акция посвящения в пешеходы проводится во всех школах Одинцовского округа. Формат всегда разный, но цель одна – повышение уровня знаний детей в области дорожной безопасности и создание для них комфортных условий на дорогах. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».